Биатлон в Ирбите. На территории стадиона «Юность» участники сразились в гонке «Лазерная пуля». Юные спортсмены впервые стреляли не из пневматики, а из лазерных винтовок, которые предоставил фонд Шипулина. Пять из пяти и все в цель. Соревнования «Лазерная пуля» проводит фонд Шипулина с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В рамках проекта «Чемпионы будущего» открылись секции в городах Свердловской области, в том числе и в Ирбите. Уже с 6 лет дети смогут тренироваться и привыкать к стрельбе. Нашему фонду в этом году исполняется 10 лет. Наш фонд работает для того, чтобы у каждого жителя Свердловской области была возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А за 10 лет мы уже, получается, построили, если считать результат еще этого года, более 50 спортивных площадок в области. Помогли более 130 учреждений в приобретении спортивного инвентаря, экипировки. Провели, наверное, более 700 уже мероприятий спортивных. И суммарно охват благополучателей подобрался к 50 тысячам человек. Новый формат биатлона «Лазерная пуля» впервые проходит в нашем городе. Участие приняли школьники разных возрастных групп. Всего в программу соревнований входит прохождение 3 кругов. Первый круг – силовая гимнастика, выполняет 6 различных упражнений, после этого стреляет. Потом на 2-м круге полоса называется спортивно-туристическая, они тоже преодолевают порядка 7-8 препятствий. Снова стреляют, после 2-го круга они идут на 3-й круг, который называется зимние забавы. Там есть и санная упряжка, и скелебобс, и лыжные гонки, и хоккей. После этого 3-й раз стреляют, и уже после выполнения всех кругов и стрельбы бегут на финиш. Такая программа соревнований собрала на стадионе 29 команд. Это 114 участников. Победу одержали воспитанники детско-юношеской спортивной школы. В младшей возрастной группе выиграли ребята из секции футбола. Среди участников 2-й группы соревнований быстрее всех финишировала команда «Олимп Борьба 3». В старшей возрастной группе лучшими стали спортсмены отделения легкой атлетики. Мне понравилось очень. Это было клево. Это, ну как сказать, это такие чувства, когда ты все 5 из 5, команда радуется за тебя. Владимир Тюленев, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.